Село Красногорка находится в 185 километрах от Омска. Это Полтавский район. Расположилось оно в живописном местечке, неподалеку от соленого озера Эбейты, на юго-западе региона, на стыке границ трех районов – Москаленского, Исилькульского и Полтавского. В 1979 году озеро Эбейты объявлено водным памятником природы. Сюда едут отдохнуть и поправить здоровье люди из соседних регионов и даже других стран. Образовалось село Красногорка в 1835 году. В 1894 здесь нарезали участок под будущее поселение. Назвали его по имени кочевавшего племени казахов Майна, что в переводе на русский означает «богатые степные просторы с обилием воды и сочной травы». Первопоселенцем участка Майна был Масалимов Масалим. Корни его рода в Красногорке до сегодняшних дней в шестом поколении. В 1900 году территорию начали заселять крестьяне из деревни Красногорка Мечебиловской волости Изюмовского уезда Харьковской губернии, и Майну переименовали Красногор. В 1901 году сюда приехала семья Гейка Ивана Сидоровича. Он был грамотный, поэтому на сходе его выбрали старостой. С его приходом в Красногорке жизнь закипела. Люди взялись за сооружение землянок дерновок, которые сохранились до наших дней. Занимались переселенцы хлебопашеством. В селе было развернуто кустарничество. Почти в каждой семье плели корзины, ткали, пряли, изготавливали изделия из кожи и дерева для себя и на продажу. Сегодня в Красногорке есть средняя школа, детский сад, амбулатория, дом культуры. К 75-летию Победы восстановили парк. Работают 4 крупных фермерских хозяйства. Почти у половины населения на подворьях буренки. Село ухоженное, хозяева содержат свои усадьбы в чистоте и порядке. 5 лет назад на краю села начали строительство мечети. Ведется оно только на пожертвования жителей села. Сейчас осталось выполнить работы по благоустройству территории и сделать отопление. Пока же намаз читают в одной оборудованной комнате. Проживает в Красногорке 670 человек. У Красногорки есть хозяин, это сразу бросается в глаза. Здесь не увидишь покосившихся заборов и зарослей крапивы. Кайдош Халеевич Дасбулатов в это село приехал сразу после службы в армии. Из Исилькульского района женился. 30 лет проработал в школе преподавателем физкультуры. И уже третий год он глава поселения. Сидеть в кабинете не его стиль работы, больше находится на людях. Считает, только так можно узнать, какие проблемы есть в селе и как их решить можно. Говорит, всегда готов выслушать каждого. За короткий срок многое уже удалось сделать. Отремонтировать стадион и уложить 400 метров беговой дорожки. Заасфальтировать проблемные участки дороги в селе. К 75-летию Победы восстановить центральный парк. Но больше всего гордится глава односельчанами. Говорит, талантливые они, трудолюбивые и дружные. У нас в поселении более 10 национальностей живут. Тут и украинцы, немцы, казахи, армяне, грузины, латыши, чуваши. Но самые многочисленные, казахи. Да, казахи. Да? Тесно работаем со школой, с культурой. В культуре у нас есть украинская тоже ансамбль «Сударушка». Тоже они работают вместе, тоже выезжают. Мы как администрация, я не делю ни на казахских, ни на украинских. У нас все, как говорится, общее. Выезжаем одной командой, отстаиваем честь нашего поселения и добиваемся вроде хороших результатов. В прошлом году Красногорка прогремела на всю область. Широко отмечали юбилей села. На праздник съехались тысячи людей. Побывал здесь и глава региона Александр Бурков. Дорогих гостей всегда встречают по казахским традициям, обсыпают конфетами и угощают баурсаками. Так делали и их предки. Сохранить и передать национальную культуру сейчас задача потомков. Этим вот уже на протяжении 25 лет занимаются эти милые женщины. Они же участницы ансамбля «Майна Тамашасы».
В местном доме культуры в небольшой комнатке оборудовали музей старины. Принесли свои вещи, у односельчан попросили. Главный экспонат, конечно же, домбра. Без нее не обходилось ни одно событие в жизни казахского народа. Домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе. Так было еще во времена кочевников и остается по сей день. А искусство игры на этом инструменте бережно передавалось от родителей к детям. Ну, на домбре я научилась играть с детства. У меня играют родители играли, братья, сестры, ну, в семье у нас все играем. Еще с деда у нас домбра вот эта, ага. С поколения в поколение передаем вот эту инструмент домбра. Когда гости дома приезжают же, вот когда свадьба, когда гости, играем на домбре. Ага. Без домбры не обходится ни одна гулянка у нас. Передаем. Дети у меня играют тоже на домбре, на гитаре. Стараемся, чтобы и внуки, чтобы научились. Это песня о любимом крае, про родину, про цветы, про любовь. Вот такая песня. Какую песню играешь, и вот представляешь, вот о чем вот эта песня поется. Вот играем и вспоминаем про детство, вот есть детские песни. Вот. То есть помогает вам она жить? Помогает, помогает. Ага. И настроение поднимает. Кульпаш Тасбулатова рассказывает, что они постарались воссоздать живую картину того времени. Здесь можно потрогать руками одежду и предметы быта своих дедов и прадедов. Без этих вещей не было бы истории, которую просто обязан знать каждый казах. Это вот называется сундук. Раньше наши предки сюда ложили самые драгоценные вещи. Когда рождались дети, они брали и дарили детям. С поколения вот. Ну, мы говорим, это абдра. Абдра называется на казахском. Так, это национальная посуда наша. Когда гости приезжают, мы угощаем чаем. Вот национальная посуда наша. У нас и на чашках посуда, и везде у нас орнаменты казахские, национальные. Но орнаменты тоже, наверное, смысл имеют разный. На одежде, на посуде, на ковре. Да, да. Каждый орнамент мы отдельно все рассказывали. Это называется бесик на казахском. Когда рождается ребенок, сразу вот ложат на это. Но это своего рода тоже колыбель. Колыбель, да. Раньше предки сами вот делали, каждой семье по-своему. Но в каждой семье всегда был вот этот колыбель. Чтоб чистый, в чистоте, чтобы ребенок был. И когда в чистоте, сами знаете, ребенок спит спокойно всегда, ребенок. Вот этой колыбели, наверное, 50 лет. А это кюбе – сосуд для взбивания кумыса и айрана, емкостью до 30 литров. Делали его из цельного куска дерева, из реек, дуба или тальника. Сосуд обязательно имел крышку. В середине или с краю просверливали отверстия для ручки шумовки. Вам пришлось вот… Да-да, мы застали. Мы всегда родителям помогали. Раньше детей же много было. Оставляет немножко, туда наливают парное молоко и работаешь, вот долго надо. Каждый, кто приезжает в Красногорку, обязательно бывает здесь, говорит Кульпаш. Для всех гостей села проводят экскурсии и поят чаем с баурсаками. Мечтают оборудовать под музей отдельную комнату. Дорогие наши односельчане, пожалуйста, у кого есть старые вещи, можете приносить в музей наш красногорский. Казахский орнамент – тоже важная часть культуры этого народа. Считалось, что орнамент – сильный оберег и защищает человека от воздействия злых сил и негативных помыслов. Казахи никогда не скупились на щедрое декорирование одежды, а вот дорогостоящие материалы могли себе позволить только очень богатые люди. Поэтому ткань, из которой была изготовлена одежда казаха, говорила о его финансовом положении. По предмету гардероба можно было узнать примерный возраст, сословие или статус человека. Первый национальный костюм был у нас. Это свадебные платья. Мы ходили, собирали у женщин, кто выходил замуж, и
брали у них на концерты их свадебные платья. А потом брали жилеты у старейшин, у наших бабушек, и платки. Это первоначальные были, первые костюмы. И у них были жилетки из ручной работы. Это у нас получается вот велюр, тесемка сделана, и пробитые монеты, вот монеты пришитые иголочкой, ниточкой, и специальные застежки. Вот. В этом платье, наверное, вышла замуж не одна девушка? Не одна красавица вышла замуж, да. Но это же были как старые времена. А тогда фаты не было, и получалось, делали вот такие вот самодельные шапки. Из картона вырезали конусом, конусообразные, с картона скрепливали, потом обшивали его велюром, вырезали из чай 36-й раньше был, вот из них блестящие вот эти были. И мы орнамент накладывали, старейшины наши, и вырезали, и вот наклеивали на эти шляпы. Украшали бусами, какие раньше в продаже были. Ну, дорогих такого разнообразия не было. Любят. Сейчас вот наоборот, это в традицию входит. Возвращается. Возвращается из тех времен. Стараются выходить, как в старину выходили. Вот некоторые невесты изъявляют желание именно в национальном костюме. От старых польт были воротники, меха, вот такие вот простые. И вот они обшивали, и получалась вот такая вот красота. Уже... Гардероб у нас обновляется, мы стараемся обновлять, потому что коллектив у нас расширяется, участников у нас пополняется, поэтому стараемся разнообразить наши костюмы. В гардеробе ансамбля есть наряды, пошитые уже по современным меркам. Их с удовольствием надевают юные участники коллектива. Мужские же костюмы остаются неизменными. Это у нас шапан. Одевается для мужчин, солистов. Бывает аксакалов. Но аксакалы у нас, когда на такие мусульманские праздники одевают, стараются одевать вот это вот. Есть и бордовый, есть и черный. Видите, везде орнамент. Сразу видно, что это казах. Угу. Пояс кушак. Угу. То есть должен подвязывать, да? Да, он должен быть подвязан. Девчат из Майната Машасы можно узнать по их необычным нарядам. Таких костюмов больше нет нигде. Пошили их по индивидуальному заказу. Это эксклюзивная авторская работа швейного мастера. Они сделаны из атласа. Здесь идет типа шифона, газона. Капрона. Здесь тесемка, здесь стойка, воротничок, но мы его закатываем, потому что у нас у всех шеи короткие, как бы, ну, вот так оно смотрится. Жилетка, обязательно пояс на пуговицах, вот он сделан. Орнамент у нас, узор. Ну и, конечно же, головной убор обязательно. И головной убор у нас, да, он сделан тоже здесь впереди, вставка такая. Накидка обязательно с таким вот узором и вот орнамент, чтобы соответствовал полностью жилету. Казахский вокальный ансамбль Майната Машасы – визитная карточка не только своего села, но и Полтавского района. Их знают, любят и ценят. В репертуаре около сотни казахских песен – старые народные и уже современные хиты. В этом году коллектив отмечает свое 25-летие. Гульдарай Бесенбаева в то время уже работала в Доме культуры, отвечала за чистоту и порядок в учреждении и одновременно была участницей хора. Говорит, пели и русские песни, и казахские. Тогда и пришла идея создать отдельный национальный ансамбль. Теперь она руководитель Майната Машасы. Назвали наш ансамбль Майната Машасы.
переводе «Красивая деревня». И с тех пор вот начали петь. Уже вот сколько поем, не отстаем, везде ездим. Как визитная карточка нас Марина Александровна Рогожина называет. На каждый праздник выбираем разные песни. Учиться очень тяжело. Некогда даже учить. Вот один за одним праздники идут у нас всегда. Вот всегда выступаем. Сейчас конкурсы, фестивали у нас по онлайну отправляем везде. Но мы больше всех любим эстрадные песни вообще петь. У вас это получается? Вы зажигательно да, поете, да? Да, да. Мы все работаем в этом клубе, вот, и мы каждый день поем. Тут работаем и поем. Ну, работа нам очень нравится, вот. Хотим работать, процветать хотим дальше. Нравится нам. Главное, чтобы к нам люди шли. В 2015-м здесь еще открыли и казахский центр. Инициативу местных жителей поддержало районное управление культуры. Гульдарай Сабыровна говорит, что у них теперь прибавилось работы. Но это им только в радость. На все праздники, где бы они ни проходили, ставят казахскую юрту, угощают национальными блюдами, рассказывают о традициях и обрядах и обязательно играют на домбре. Изначально в составе ансамбля было 10 человек, сейчас осталось 5 женщин. Они бесконечно влюблены в свое дело. Уже и к славе привыкли, и на сцене не волнуются. Репетиции и гастроли – теперь их образ жизни. Казахской песне Гульдарай Сабыровна учит и юных красногорцев. Под ее руководством при Доме культуры работают два детских коллектива. Гюльдер, что в переводе означает «цветы», и Жасканат – «молодые крылья». Заманила сюда и своего супруга Кельденбека. Уже 4 года поет он в ансамбле «Заманда Стар», что в переводе «современник». Гайса Карбаев – человек очень занятой, работает водителем в местном сельхозпредприятии. Но минутку всегда выкроит, чтобы на репетицию прибежать. Музыкальный талант в нем обнаружили родственники, когда он однажды спел на семейном празднике. Молва быстро дошла до Дома культуры. Так он оказался на сцене. В Красногорке Гайса живет всего 7 лет, но село уже стало для него родным. Хотя и нет газопровода здесь, и вода привозная, говорит, не это главное, вся ценность в людях, считает деревенские артисты, ничем не хуже знаменитостей. Конечно, когда на сцену выходишь, всегда коленки-то трясутся, болеют. Волнительно все равно, каждый кажется уже сколько лет, а все равно волнуешься, когда на сцену. Что вам дает песня? Ну, как подъем какой-то душевный, наверное. Так, я думаю. Гайса, а вот национальные песни петь, это, наверное, особая какая-то ответственность, правильно? Ну да, они же разные. Есть душевные, есть за жизнь. Вот, например, сейчас как про село, про родное мы спели. Это тоже там глубокий смысл. Ну, как где родился, как бы про это поешь. Коллектив творческих, процветания, всего хорошего. А деревню что? Всего наилучшего, всем здоровья, удачи, успехов, можно сказать. Пенсионерам здоровья и всего-всего хорошего, всех благ.
Мечтают красногорские артисты, чтобы их дом культуры поскорее отремонтировали, чтобы здесь было тепло. А пока все вместе греются чаем. Дастархан здесь всегда щедро накрыт. За одним столом уютно всем – и казахам, и русским, и украинцам. Мы знаем казахские тоже национальные праздники. И Курбан-байрам, и Наурыз. Все это дружно, мы на площади все праздники мы встречаем. Всегда приветствуем друг друга. Тем же составом участники ансамбля и за семейным столом у Бесенбаевых. Дело в том, что все они между собой родственники. Повод для сегодняшней встречи особенный. У старшего сына Кульдарай и Кильденбека, который живет в Нижневартовске, родился сын. Внука назвали Мирас. Имя это означает продолжение рода, наследник. Кульдарай – замечательная хозяйка. Накрыть дастархан для нее дело привычное. Все национальные блюда научилась готовить еще когда жила в родительском доме в ауле Кайбагар из Илькульского района. Росла она с отцом. Кульдарай было 10 лет, когда умерла мама, и тогда забота о братьях и сестрах легла на ее плечи. В семье было 7 ребятишек. Младшему тогда исполнился всего годик. Поэтому повзрослеть ей пришлось рано и научиться принимать самостоятельные решения. Когда встретила Кильденбека, посоветоваться было не с кем, прислушалась к своему сердцу. До этого я приглядывался, а потом вот как раз встретились, я вот сам после армии, и встретились вот на проводах у парня. Ну и как бы у нас познакомились ближе. Там пару раз пригласил на танго, и вот и пошло, поехало потихоньку. Дальше ближе познакомились, в то время телефонов не было. Ну и как бы где на следующего встретимся, там где, что, так вот. Когда приедешь домой. Угу. Кульдарай настойчивый был? Добивался вас? Да, добился. Добился. А как ухаживал, расскажите, как ухаживал? Красиво, какие подарки делал, какие сюрпризы, какие поступки, может быть, совершал? Что творил? Ну, у нас... Уважение было это вот. Самое главное уважение, как он разговаривал со мной. Вот это вот мы на это все время смотрели. Кильденбек почти сразу сделал ей предложение. В 87-м поженились. Сейчас супруги готовятся отметить 35-летие совместной жизни. Символ этой годовщины – коралл. Семейные отношения за это время сплелись в одно целое. И разорвать их теперь невозможно. Во-первых, у нас вот это все скрепляют дети. Семья – это дороже всего. Домашнее есть домашнее. Во-первых, вот как Клава готовит у меня, Кудрая Сабыровна, очень вкусно. Мне вот это вот нравится. Нигде такого не попробуешь? Нет, да? Все равно домой. Лучше я дома, спокойно, все. Взаимопонимание нам самое главное. Вот счастливые мы. Мы считаем счастливым. Кульдарай и Кильденбек вырастили 3 детей, дочку и 2 сыновей. Всем дали высшее образование. Сейчас они уже имеют свои семьи. У всех хорошая работа, достаток. Только одно плохо – живут далековато. В отчий дом приезжают редко. Отпуск стараются взять в одно время, чтобы чем-то помочь родителям. К примеру, в прошлом году пристроили огромную веранду. По проекту Кильденбека в строительном деле он профессионал. Много лет работал в этой сфере. Надеется, что и внук пойдет по его стопам. Большой-большой привет деточкам моим. Да, дети, что младший сынок живет в городе, он ездит внучок домой. Внучок мой, чтоб здравствовал, был большим-большим джигитом. На днях родился всех внучок. Благ. Его родителям, маме. Спасибо ей. Рано или поздно человек обязательно должен встретить свою половинку, считает глава семьи. Главное – это почувствовать и разглядеть, а потом беречь, ценить и не потерять. Я лично верю, если человек с душой к человеку относится, где бы то ни был, даже большие расстояния, все равно друг к другу сердце тянет. Так даже она в город по работе поедет, уедет куда-то, я там дома один остаюсь. Ну, все же не то, не покушать как бы одному, не так. А вот когда вдвоем уже, знаешь, что все спокойно, все и... Она свое делает там, даже домой придешь, дома натоплено, уютно, все. Пока учили детей, Кильденбек ездил по вахтам. То в Сочи, то в Тобольск. Он хороший строитель, и стропольщик, и каменщик. Всегда востребован. 3 года назад бросил это, решил, что пасти
Деревенское стадо тоже дело прибыльное. За одну голову крупнорогатого скота платят по 500 рублей. Да и Кульдарай справляться с хозяйством одной тяжело. Сейчас на подворье у Бесенбаевых 3 дойных коровы, телята, овцы, лошадка, да птицы по сотни штук бывает, гуси, куры и бройлеры. И раз в деревне живешь, как скотину держать? Так же само свой огородчик, ты картошку посадишь, оно покупное, сами знаете, все накладно. А свое и детям хватает, и себе вполне все. А хозяйство, само собой, у нас у казахов вот овечек надо, лошадей тоже надо, без лошадей как. Вот на любые вот праздники мы вот овечку свою режем. Не покупаем мясо свое. Так же само вот на зиму и конину все вот надкорм тоже вот берешь или покупаешь уже готовые. Вот такая вот стена. Кильденбек живет по примеру своих предков. Отцом и матерью он считает дедушку с бабушкой, хотя у него есть и свои родители. У казахов есть такой обычай отдавать младшего ребенка в семью старейшин. Считалось, что такой формат воспитания помогал первенцу перенять опыт старших и стать более ответственным. Эта традиция живет и сегодня. Я у бабушки и у дедушки на руках рос. А отец с матерью у нас у казахов, как бы, оно раньше как-то выходило, что старший сын должен у деда с бабушкой оставаться, помогать им. Потому что они уже люди пожилые. А родители, они были молодые, все, тоже так, так мы общаемся, все, вот они рядом на следующей улице живут. Вот так у нас и повелось. Еще с древних времен жизнь казахов была связана с развитием овцеводства. Да и сейчас это традиционное занятие мусульман. Породу, которую разводят бесенбаевы, они называют полукурдючной, скрещенную с обычной. У них также есть округлое жировое отложение в области хвоста, в простонародье курдюк, который, кстати, очень ценится. Все лето овцы вольно пасутся на богатых пастбищах, но даже в загоне, считает хозяин, животных можно хорошо откормить. Оно сверху уложишь, она как шарома называется, вот специально кормушка, ясла. А это вот под сыпучий корм. Голов 30 так вот хватит. Потому что если больше, то тогда и обратно, и корма, и расходы, это все. Можно и больше держать, но тогда уже уход, тогда больше надо заниматься ими. На зиму для хозяйства уже заготовили 5 тонн отличного сена. Если хочешь много молока, на одной соломе не протянешь, говорит Кильденбек. Сейчас держат 3 буренки, молоко перерабатывают, готовят масло впрок. А если есть излишки, сдают. Я даю коровушек утром в 5:30, и в обед, и вечером телят пою, ну накормлю сейчас. Кельдембек у меня пасет, на пастбище он целыми днями через день уходит. И дома все я сама справляюсь. Ну, а доите руками? Руками. Да, руками. Без аппарата? Без аппарата. Ой-ой-ой, а как же вы справляетесь? Руки-то болят, наверное. Нет, ничего, пока ничего. Пока ничего. Умеет? Да и... Не, ну... Надо научить. Свою Красногорку Кильденбек ни за что не променяет даже на теплое местечко у моря. Здесь он свободный, как ветер, и счастливый, как ребенок. С детства он скачет на верном коне. С колыбели он знает 7 предков. На священно играет дамбре, дух его дерзкий и крепкий. Здесь всегда его ждет родной человек. Любви ее хватит на долгий их век. И беды, и трудности им нипочем, ведь рядом друг друга плечо. Болыс тумаган да не дерем, Солжалганнан бақыт таппай өтерем, Желге жүрім жылқы мінбей жалғанда, Аламанда тоздырмай кетерем. Қазақ болып тумаған да не дерем, Өкінішпен үркенерем өтемен, Қасиетті домбыраны қолға алмай, Қоңырынды әйетпей кетерем. Мен қазақтың бойындағы қан қазақ, Мен қазақтың мен шырқайтынан қазақ, Бір қазақтың бақыты мен бағыма, Паршаным мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын сұрым қазақ, сұр қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.